Никто никуда не летит. В Европе бастуют пилоты бюджетной авиакомпании Ryanair. Из-за стачки, которая продлится сутки, пришлось изменить планы 50 тысячам пассажиров. Почему пилоты не хотят садиться за штурвал, мы узнаем от Татьяны Лагуновой. Рейс из Берлина в Барселону отменен, как, впрочем, и в Рим, Брюссель, Лондон и другие европейские города. Сесть за штурвал некому. Пилоты авиакомпании Ryanair бастуют. И когда? В разгар летних каникул и отпусков. Но пассажиры пытаются проявить понимание. Конечно, время не самое благоприятное, но я их понимаю. Они хотят усилить давление на руководство авиакомпании. Если бы они бастовали в другое время, когда люди меньше летают, стачку бы никто не заметил. Да, я понимаю, почему они решили бастовать именно в период отпусков, чтобы привлечь внимание и показать, насколько важны пилоты. Эта стачка крупнейшая в истории авиаперевозчиков. В полном составе бастуют пилоты компании в Германии, а также их коллеги из Швеции, Бельгии и Ирландии. Отменены сотни рейсов, пострадали 55 тысяч пассажиров. Причина конфликта между пилотами и руководством компании – тарифное соглашение. Стороны обсуждают его уже несколько месяцев, но никак не могут заключить. Пилоты хотят закрепить в этом документе лучшие условия труда, социальные гарантии и повышение окладов. Всего этого хотят не только пилоты. В конце июля 2 дня бастовали бортпроводники Ryanair в Испании, Португалии, Бельгии и Италии. Тогда авиакомпании пришлось тоже отменить сотни рейсов. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.